Привет, привет, мои дорогие любимые. Сегодня у нас Таро совет для вас от карт. Сейчас у нас период ретроградного Меркурия до 25 апреля. Не рекомендуется приобретать разные крупные покупки делать и приберечь, в общем, деньги до лучших времен. Итак, что посоветует карта? Это карта-ключик. У вас появится возможность открыть какую-то дверь. Какая-то возможность появится в вашей жизни. Так. Это будет какое-то предложение, скорее всего, по работе. Может быть, именно то, что вы искали. Так. А может быть, и также предложение руки и сердца. Так, что еще? Карта совушки. Какие-то две новости принесут вам эти совушки. Также, возможно, еще это будут какие-то сплетни за вашей спиной. Так, и посмотрим на Таро. Пятерка пентаклей. Возможно, вам будет недостаточно хватать финансов в этот период до 25 апреля, который мы сейчас смотрим. Ну, или на ближайшую, допустим, неделю. Так. Король жезлов. Но появится какой-то мужчина огненной стихии, который вам протянет руку помощи, даст какую-то возможность. Может быть, это будет ваш руководитель. Так. И это у нас, да, туз пентакля перевернулся. Какая-то будет дисбаланс, немножко будет какой-то в деньгах. Так. Посмотрим, чем это все закончится. Королева Пентаклей перевернулась. Ну, то есть не будет немного... Нужно экономить деньги, экономить свой ресурс. Не покупать крупные покупки, не совершать. Это очень хороший такой совет. Вот, и все, и тогда вы будете на коне. То есть экономим, потому что многие не знают, что в этот период не нужно. Могут купить какую-то ерунду в интернете, и она потом не понравится, придет совершенно какая-то ерунда. Так что будьте осторожны. И также посмотрим советы священные создатели от Оракула. Такие карты белоснежные, интересные. Ой, вот. Так, что они нам скажут? Какой совет? Так, это у нас карта Райс. Опять взлетаем, взлетаем. Набираемся смелости, набираемся легкости и взлетаем. И что еще хочу посмотреть? Bravely market your magic. Храбро отмечайте свою магию. То есть, может быть, если кто-то занимается эзотерикой, идите в это, не бойтесь, и вы на правильном пути. Вот такая прекрасная карта. До новых встреч, друзья. Желаю вам удачи, любви и всего самого прекрасного.